значок звездочка. Мало того, что это очень талантливая исполнительница, она еще же... И самое главное, наверное, что это замечательная династия, династия очень талантливых людей. Начнем с того, что дедушка этой исполнительницы носит звание русского Диснея. Фамилия его Вячеслав Михайлович Котеночкин. Да-да, правда, создатель нашего блокбастера «Ну, погоди». А на сцену приглашаю его внучку, Котеночку Екатерину. Здравствуйте. Такая большая честь сегодня. Спасибо.